Всем добрый день! Приветствую вас на канале Светлана Beauty Fun. Подписывайтесь на канал, и вас ждет масса интересных видео. Сегодня 17 апреля 2021 год, и погодка нас встречает вот такой весной. Ну, это, конечно же, не первый день, когда я снимаю весну нашу. Предыдущие дни у нас не краше, но вот сегодня такой вот сильный снегопад, и я решила все это запечатлеть и показать тем, кто интересуется, какая весна у нас на севере. Вот показываю конец, ну точнее вторая половина апреля, и у нас вот может быть вот такой вот эффект. Ветер у нас северный сегодня, сильный. Утром было 0, сейчас минус 1, даже, наверное, минус 2 я не смотрела. И вот такой вот сильный-сильный снегопад. Там аж за вот этим парком, там дом стоит, кран, их даже не видно, и вышка. Потому что все в снегу, все в снегу. Машины снова надо чистить. Кому интересно, как это делается, ставлю ссылку на под этим видео. Можете посмотреть, как начинается утро северянина зимой, весной и осенью. Ну, давайте посмотрим. Это у нас вид на парк. Это мы не в лесу живем. Это на самом деле очень престижный район города нашего. Парк. Такой вот скверик. Тут какой-то странный клуб находится для мужчин, кстати говоря. Вот. Вот такой вот вид. Называется «Привет, весна». «Привет, весна, долго мы тебя ждали». Вот такая вот весна. Вот это у нас вид уже на внутренний двор двора. Сейчас снова движение машин, но пока не сильно интенсивное. Рядом находится школа, садик, уже площадка вся забита. Деток привозят, увозят. Сейчас школ мало в городе, и чтобы попасть в хорошую школу, да и просто в обычную, приходится деток возить, если школа, построена в старые годы, находится далеко. Вот такая вот у нас погодка. Вот такая у нас пора. Ну вот, машины снова придется чистить. Но куда деваться? Такая жизнь у нас на севере. Всем привет! Это я хотела показать погоду 17 апреля. Ну и в завершение я хотела сказать, что утром было минус 1, минус 2. Прошелся вот этот снег, сейчас уже минус 7, может быть, даже минус 9. Я хотела выйти почистить машину, сейчас я вам покажу, но, увы, я не успела. Не успела, все обледенело. Хотела показать, думала, с окна посмотрела. Думала, сейчас быстренько это стряхну, потому что завтра будет минус 9 без потепления, но, увы. И все вот это корка льда, и она не счищается, просто не счищается. Надо машину на полную катушку разогревать, и тогда все это расчистится. Так, вся крыша, все лобовое стекло вот такое